Нух, нах, нукс, накс. Как же эта штука называется? Чтобы вступление было максимально полезным, я произвел тщательные раскопки. Я подключил особых людей, чтобы они нашли информацию, как же читается название этой фирмы. И вот спустя несколько лет я все-таки узнал, что в названии этой фирмы присутствует как бы два слова. New и X. New FX. Вот так, новый эффект. Вот так они расшифровывают. Поэтому читаем просто Nux. Если вы придете в магазин и скажете Nux, то консультанты, конечно, выразит вам респект. Фирма сравнительно новая, китайская, конечно же, а как же без этого? По некоторым данным, эта фирма раньше занималась тем, что делала детали для именитых брендов, типа Роланда, Ямахи. Но в какой-то момент они такие, Nux. А что это? Nux. Мы же можем сами себе делать пианино и продавать их. Эта фирма выпускает предусилители, усилители для гитар, для барабанов. Она также делает цифровые барабаны, кстати говоря. Какие-то просто поразительные характеристики за поразительную цену. Короче, все звучит вообще невероятно. И так ли это, будем сейчас выяснять. Видите, как много я полезной информации сказал уже в начале, поэтому, друзья, это заслуживает лайк. Это, конечно же, заслуживает вашей подписки. И, друзья, вот найдите где-то здесь колокольчик и обязательно нажмите на него, чтобы быть в курсе событий, потому что на моем канале уже начались розыгрыши. Вот недавно отправили человеку микрофон, чтобы не пропустить и быть в курсе событий. Накрывайте на стол, поехали! Отдельное спасибо Павлу за такое столь впечатляющее вступление. И давайте приступим. Вот он наш красавец. Существует три цвета. Такой вот красный цвет, коктейльное платье. Есть также белый, как невеста, и черный, как жених. Большая цветовая палитра. На самом деле такая палитра только у Casio, у старших моделей я видел. И это очко. Очко в пользу Нюкса. Комплектация тоже великолепная. В комплекте идет пюпитр, подставка под ноты. Вот, кстати... Сейчас мы ее сразу и применим. Вот она. В цвет корпуса, конечно же. В комплекте идет также вот такая вот невероятная тряпочка для протирочки, смотрите. Кстати, здесь глянцевая поверхность, поэтому, конечно, ляпки и царапки, они прямо сильно видны. Специально, чтобы этого избежать, дали нам вот такую тряпочку. Протирайте, можете протирать заодно монитор, плиту. Дальше, что у нас есть? У нас также есть... Как теперь я туда не пролезу? Я сам себе соорудил ловушку. Дальше у нас есть инструкция, причем на русском языке, причем еще и с наклеечкой. Также у нас в комплекте идет педалька, педалька сустейна. Самая важная педаль, кто-то называет эту педаль газа, бог им судья. И хочу отдельный комплимент сказать этой педальке, она такая тяжелая, увесистая, и она не скачет на полу, как у других брендов, обычно они легкие, пластиковые. Здесь хороша. Также в комплекте, что в наше время редкость, идет адаптер питания для подключения его к сети. И еще в комплекте идет вот такой вот постер. Если бы у меня был гараж, я бы, конечно, повесил бы это в гараж. А так повешу в туалет. Нет, я не буду вставлять. Здесь расписаны все функции, и этой штукой мы будем сегодня точно пользоваться. Для этого как раз есть у нас пюпитр. Очень приятный пластик, он не вонючий, не какой-то химозный, от него не веет Китаем. И хочу отдельно сказать, что в коробке все выглядит очень аккуратно, ты приятненько так достаешь. Пенопласт не валится на тебя, оттуда не смердит, все работает. И он еще и включается. За такую-то цену вам нужно докупить только стойку. Потому что на стол бы я не рекомендовал ставить, так как колонки, отверстия для динамиков расположены снизу. Если вы ставите на стол, то вы перекрываете динамики. И звук, конечно, становится очень стрёмный. Очень компактный инструмент. Мне очень нравится дизайн. Вот этот весь минимализм. То, что нет каких-то сенсорных вот этих деталей непонятных. Все аналоговое. Вот кнопочки вы точно не промажете. Весит этот малыш 12,2 килограмма. Это не самый легкий на рынке, потому что Casio... 110-й весит 10,5, по-моему. То есть здесь, конечно, Casio он проигрывает. И, кстати, Yamaha тоже, потому что она весит 11,5 килограмм примерно. Но, тем не менее. И давайте перейдем к клавиатуре. Клавиатура меня тоже удивила. Она здесь трехсенсорная. За такие-то деньги! Если что, то и у Casio 110-го, и у Yamaha 45-й она двухсенсорная. Только у Роланда там F50-го она уже имеет три сенсора. Здесь три сенсора сразу.
Клавиатура трехсенсорная, матовая, немножко скользковатая, на мой взгляд, хоть она и матовая. Белые клавиши с текстурой под слоновую кость. Тактильно приятно. Тактильно очень приятно. Немножко есть ощущение, что она легковатая, как будто бы, клавиатура. И как будто бы у меня возникает ощущение, что чуть-чуть как будто не хватает прожатия. Но опять же, за эти деньги, да я просто... Это просто все видео о том, как Артем пытается к чему-то, хоть к чему-то придраться. А градация есть? Не понимаю. Как будто бы нет градации по весу. Обычно у цифровых инструментов делают как бы к правой части клавиатуру легче, как у настоящих инструментов. Здесь как будто бы что слева, что справа тяжесть одна и та же. Но за эти деньги, что ты хочешь, Артем? У клавиатуры есть 5 степеней нажатия. В принципе, как у любых брендов, вы можете делать сенсоры либо более чувствительными, либо менее. Но я бы не советовал этим баловаться, потому что, на мой взгляд, клавиатуру нужно выбирать по дефолту. И переходим к следующему крышесносному моменту. Полифония. 189 голосов. 189 голосов. Я напоминаю, что у бюджетных моделей конкурентов, у Yamaha 45 64 голоса, у Casio 110 тоже 64 голоса, у Roland 96, по-моему. И я думаю, хоть что-то здесь должно не работать. Я просто искал причину. Думаю, скорее всего, здесь нет резонансов струн. И вот мой любимый опыт, чем славится мой канал вообще, да, я помню, в том видео подписчики просили меня. Так вот, пожалуйста, зажимаем три клавиши, как у настоящего инструмента, внимание, молоточки приподнимаются, освобождая струны для резонанса, и нажимаем в другой октаве. Это чертов резонанс! И как будто бы они знали, что я буду так делать, и как будто бы специально именно на эти ноты они как бы всунули резонанс. Но на мой взгляд, резонанс звучит слишком уж как-то, слишком навязчиво. То есть как бы не так, как у реального инструмента, но он есть. Галочка поставлена, Артем, иди нафиг. Что ты творишь с нами? И как мы любим, друзья, проверим динамический диапазон, конечно же. Этот парень хорош. У всех инструментов есть еще помимо фортепиано, помимо рояля, есть какие-то дополнительные тембры. Здесь они тоже есть, их 12 штук. Кстати, вот они прям показаны. Это очень классно, если соединять два тембра в один. И это здесь тоже можно сделать. Это тест на Рика Эстли. Сразу драка началась, просто на глазах полетели стулья. Кстати говоря, я видел в других обзорах, что тоже некоторые жаловались, что громкость тембров различается между собой, и вам приходится каждый раз подстраивать громкость под тембр. Это не очень удобно, но в принципе, чего вы хотели за такую стоимость? Для этого я знаю только одну мелодию. Хорош.
доминальный клавесин. Саксофон внезапно затесался. Обычно в стандартном наборе тембров ни у кого его нет. Он здесь есть. Ну, конечно, саксофон. Ну что вы хотели за такие деньги? Ну, есть и есть. Еще есть кото. А что такое кото, кто-нибудь знает? Неожиданно и приятно, как говорится. Как я уже сказал, тембры можно соединять. Это делается очень просто. Выбираете один тембр где-то здесь, и выбираете второй тембр, и вместе нажимаете пару клавиш. Давайте, кстати, бас соединим со струнами. Получится ли? Забыл сказать, да, что эта штуковина еще и поддерживает трехпедальный блок. Сейчас осознание пришло неожиданно. Также клавиатуру можно делить на две равные части для занятий с учителем. 88 вы делите пополам, 44 клавиши для ученика, 44 клавиши для учителя. Но точку разделения клавиатуры можно менять, можно ученику оставить поменьше, как бы отрезочка, а себе взять побольше. Также доступны эффекты для тембров. Это реверберация. Как отключить реверберацию? Вот, никакого ревера нет. Также есть дилей. Как мне сделать дилей? А еще здесь есть встроенные паттерны барабанов. Так намного веселее, чем заниматься под метроном. И вот опять же вам бал в копилочку Ньюкса. Также есть встроенные демо-композиции, здесь их аж на 30 штук. Их можно прослушать. И можете повеселиться, не знаю, что с ним еще делать. И, друзья, пока вы смотрите это видео, хотел бы вам порекомендовать послушать мои песни, мою музыку. Вот сейчас, прям буквально недавно, наконец-то мы выпустили наш альбом. Вышел на самом деле в 2017 году, но по-человечески мы его загрузили вот только в этом году. И также, друзья, будет очень интересно услышать ваше мнение по поводу остальных моих песен. Все здесь, все на моем канале. Пожалуйста, послушайте, мне это очень важно. И очень хочу с вами поделиться своим творчеством. Это просто к слову о демо-композициях. Почему-то меня навеяло... Именно в этот момент. Может быть, когда-нибудь здесь будут звучать и мои песни. И также сюда можно записать одну дорожку длительностью 18 тысяч нот. Встроена акустика здесь 2 по 10 ватт. Это, опять же, впечатляющий показатель, но они овальной формы. У Casio тоже такая тема, что 2 по 8 ватт, и они тоже овальной формы. 2 по 8 ватт, но Yamaha, имея на борту 2 по 6 ватт, звучит басовитее, чем Casio, имея на борту 2 по 8 ватт. Из чего я делаю вывод, что овальные колонки, овальные динамики, они звучат чуть-чуть тише. Все-таки не на 10 ватт, но тем не менее этой мощности вам выше крыши хватит для домашних занятий, да и в целом вообще. Входы, выходы, все есть. И это замечательно. Спереди здесь 2 выхода по 2 пары наушников. Позади у нас, конечно же, USB MIDI, чтобы подключать его к компьютеру и использовать как MIDI-клавиатуру. Также разъем для подключения педальки, трехпедального блока! За такие-то деньги опять. И здесь просто килл-фича, которая, конечно, вырубает всех конкурентов. Здесь есть линейные выходы. Вот не к чему придраться. Вот как бы не к чему. Но это еще не все, чем может нас удивить Ньюкс. Здесь еще есть и Bluetooth. Причем Bluetooth аудио для того, чтобы вот так вот делать. Включу-ка свою композицию. Ну-ка. Это философия, это панацея. Качает. У конкурентов в этом ценовом диапазоне Bluetooth аудио, конечно же, нет. Есть у Roland FP10 Bluetooth MIDI для подключения к приложениям. И вы не поверите, здесь он тоже есть. Здесь Bluetooth аудио и Bluetooth MIDI. Для этого существует приложение. Здесь помимо рекламы того, что у Ньюкса есть еще продукция, полно всяких развивающих упражнений, чтение нот. Вы все это можете там ускорять. Вы можете даже, насколько я знаю, догружать сюда какие-то аудиозаписи в MIDI формате и заниматься. Вот здесь вот что он просит от нас?
Соль-соль. Не успел нажать. Мисс. Проиграл. Проиграл. Для такого бюджета это реально очень-очень круто, поверьте уж мне. Я сейчас приглашу своего друга Павла, которого вы уже видели в начале ролика, и он сыграет такое, что интернет еще не видел. Что, друзья, случаются ли чудеса? Конечно, случаются. И мечты, конечно, сбываются, если в них верить. Мне кажется, этот юнец, Ньюкс, в сравнении с другими брендами, более старыми, да, бежит как щенок резвый и кусает за пятки именитые бренды. Щенок! Каналья! С частоколом встает вот эта ветхая 2015 года Yamaha, серая, и просто... Поэтому вот вам еще один инструмент для выбора. Но тут еще важный момент, что, конечно же, инструмент нужно выбирать как бы под себя. Поэтому, как всегда, рекомендую прийти в магазин, пощупать, поиграть, осознать, какой бренд, какой звук ближе именно вашему уху и какая клавиатура вам приятнее. А я знаю, что еще есть модель Nuke NPK-20. Тоже очень интересно. Постараюсь раздобыть, послушать, ну и, конечно же, показать вам. Отдельное спасибо Павлу, который принимал участие в съемках. Я напоминаю, что Павел не просто Павел, он еще и композитор. Я ссылку в описании на него тоже оставлю. Он вам, может, какой-нибудь трек даже запишет или что-то надо. Обращайтесь к нему. И, друзья, еще раз напоминаю, что если есть у вас возможность и есть желание поддержать мой канал, то здесь внизу в описании есть ссылочка на донаты. Все это пойдет на нужды, на развитие канала. Мы, может быть, даже накинем Паши когда-нибудь. Ну что, друзья, с вами был Артем Сивак. Как обычно, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Не забывайте подписаться на канал. До новых встреч. Пока-пока.